Всем здравствуйте, с вами на связи Лень, я приветствую вас на своем канале. А тема сегодняшнего нашего расклада будет известный инструмент «Колесо баланса». Известный он очень в коучинге, да, и в психологии. Если честно, я не любила этот инструмент и до сих пор не люблю его. Вот, но он восхищает почему-то очень многих людей, да, для кого-то это анализ по колесу баланса, по колесу судьбы, он кажется очень продуктивным, полезным, но вот сегодня мы с вами как раз и посмотрим. Суть заключается этого инструмента в том, что ты рисуешь колесо, в котором от центра к ободку обозначаешь 10 ступеней и делишь на сектора. Каждый сектор это может быть отдельная часть вашей жизни, если мы можем так смотреть. Если хотите, это могут быть сферы, это могут быть любые цели. Неважно, на какие сектора вы делите. Количество секторов тоже, опять-таки, ну, не ограничено. Это может быть 4, это может быть 8, сколько угодно. И в каждом секторе, начиная от середины, да, колеса центра, это то, где вы находитесь, к ободку, это должно быть 10 ступеней. Суть данного инструмента заключается в том, что в каждом секторе вы определяете какую-то цель, к которой вы хотите прийти. Прям вот идеальную-идеальную. Это будет ободок, это будет десятка. И то, где вы находитесь сейчас, это, ну, отмечаете для себя, вы можете находиться в этом секторе на тройку, на пятерку, неважно где. Вы отмечаете. И так проходите по всем секторам. И в конечном итоге от нуля до той цифры, где вы себя обозначили в каждой сфере, в каждом секторе, вы закрашиваете. И вы видите, насколько вот эта вот заполненность внутренняя данного колеса, насколько она гармонична. Суть заключается в том, чтобы выровнять вот это. То есть те сферы вашей жизни, которые не сбалансированы, да, на них больше направить силы внимания, для того, чтобы колесо крутилось, да, чтобы оно было равномерным, гармоничным, а не вот такое вот зигзагообразное, потому что образно и наглядно, да, мы понимаем, что вот по такому колесу по жизни катиться мы не можем. Обратить внимание, да, то есть выявить, почему мы ставим всегда идеал, это в нашем восприятии, да, куда мы стремимся, это как будто бы направленность вектора развития в данном секторе, либо в данной сфере, ну, то, что вот вы выберете в этом секторе. Мы с вами, сначала я хотела сделать одну позицию, потом думаю, нет, две, пускай будет все равно ощущение того, что вы выбираете. Так, камешки я не взяла, но я выложу карту, да, карту, потому что, ну, сейчас я уже не буду вставать, вот, поработаем на Таро Темного Света и на Таро Театр Кукол, вот я две позиции выложу на Театр Кукол, чтобы вы смогли определить, вот это будет позиция номер один, а это позиция номер два, и мы с вами посмотрим по сферам, насколько я вижу здесь, вопрос у нас будет 10 вопросов, и немножечко дополнительные 2-3 вопроса по вашему восприятию, да, мира и по всем сферам жизни пробежимся. Вы можете сделать этот инструмент самостоятельно, да, то есть найти информацию, загуглить в интернете и поработать самостоятельно. Первая позиция, вторая, надеюсь, вы определились, а мы с вами приступаем. Вот это вот я отодвигаю, а это будет сюда. То есть мы ее не будем смотреть, это просто как определение позиции. Итак, первый вопрос. Какие мысли преобладают у вас сейчас, на данный момент? О чем важном вы думаете, на что вы нацелены? То есть, что сейчас в вашей голове происходит? Ну, вы нацелены на какое-то движение дальнейшее, да, но почему-то вы видите, что по какой-то кармической справедливости сейчас вы не можете двигаться дальше, да. То есть в вашей голове есть какие-то мысли, касающиеся планирования, да, какого-то вашего дальнейшего продвижения. То есть вы как будто бы приняли какое-то решение, что вам нужно двигаться дальше, что вы готовы, вы уже хотите, возможно, уже совершили какое-то действие, но тут вы столкнулись именно с тем, что наступил какой-то
тупик. И вы как будто бы просите высшие силы о помощи, о том, чтобы вам помогли, с одной стороны, и с другой стороны вы понимаете, что без какого-то вмешательства свыше ничего не происходит. Либо вы понимаете, что то, куда вы нацелены, вы не сможете прийти, потому что нужно что-то внутри себя поменять. То есть исходники, с которыми вы входили в то, что вы хотите, да, их недостаточно. Нужно что-то поменять, либо какие-то приоритеты, либо ценности внутри себя. То есть здесь нужно переродиться, здесь нужно... По-другому, не так, кардинально причем по-другому, не так, как вы планировали себе действовать. Давайте все-таки уточню, да, чтобы не было так голословно, потому что о чем здесь все-таки речь? Да, какая-то ситуация здесь у вас подвесилась, и вы не можете совершить прорыв, да, то есть здесь вот... Прям кукла вверх ногами висит, так интересно, второй театр кукол. Она прям вот показывает, что смотрите на ситуацию не совсем правильно, да. Вам нужно вот перевернуться с головы на ноги, вот, и посмотреть. То есть у вас был какой-то план, вы хотели ему следовать, но в процессе вы вот как-то все застопорилось, да, и ничего не развивается. Что-то вы либо не видите, либо не так смотрите. Здесь вот ощущение того, что надо пересмотреть не саму даже, может быть, цель, да, хотя как вариант тоже такой может быть, да, чему вы следуете, зачем вы идете, а вот здесь вот надо вам просто пересмотреть, подумать, как вы сможете сделать прорыв, как вы сможете достичь как-то своей цели. Либо здесь не хватает фокусировки, либо вам здесь, чего вам здесь не хватает. Ну, во-первых, здесь не хватает общения, может быть, помощи, может быть, какой-то информации дополнительной не хватает. Но здесь вот в одиночку вы однозначно не справитесь. По крайней мере, вы так думаете, либо вы так видите сейчас, на данный момент. Хорошо. Следующий вопрос. Как вы воспринимаете мир? То есть иногда мы... Наш взгляд обращен вовнутрь, а иногда вовне. То есть как вы воспринимаете мир? Ну, вы достаточно активно с ним взаимодействуете. Ну, прям очень хорошо, знаете, король и королева ума. То есть здесь такое, знаете, ощущение некого баланса, да, король энергии. Это непосредственно движение вперед, это зажигалка, это активность, это амбиции, да, понимание, как это все можно получить, это движение. Развитие, а с другой стороны королева ума, вот это вот королева мечей, да, это анализ, это внутреннее понимание ситуации, это справедливость. То есть вы не бежите, гигей, полетели мысли и кони, и все вместе, а вы все взвешиваете, продумываете и очень, ну, рационально, то есть ваши движения, они обоснованные. Да, то есть я могу сказать, что вы достаточно сбалансированно взаимодействуете с миром, не только на эмоциях каких-то, да, а импульсах, но и в то же время, ну, и понимаете этот мир, то есть созерцаете его как внутренне, так и внешне. То есть вы настроены гармонично и вовнутрь, когда нужно что-то проанализировать, да, обращаете свой взгляд, и вовне, когда нужно действовать. То есть как будто бы созревает какой-то план, и вы его рождаете, начинаете действовать. То есть здесь вот все нормально. Каковы ваши отношения с окружающими? То есть общительны ли вы или нет, дружелюбны, либо агрессивны? Вот как вы взаимодействуете с окружающим вас миром? Знаете, здесь ощущение того, что вы достаточно эмоциональны, вы достаточно коммуникативны, ну, то есть общительны, да, я не могу сказать, что вы не общительны, и, возможно, дружелюбны, но здесь вот по девятке энергии управления, да, здесь карта говорит о том, что как будто бы вы манипулируете людьми в свою какую-то вот пользу. То есть ваше взаимодействие, оно не то, что оно корыстно, оно исходя из ваших целей. То есть если вы хотите что-то, да,
то вы совершаете, вы знаете правильные рычаги, на что вам надавить, как вам взаимодействовать. Либо даже просто, если общаетесь как-то с друзьями, да, вы понимаете, я это делаю, чтобы наполниться эмоционально. То есть просто так вы ничего не делаете, да, вы не простяк. Сказать, что под влиянием, да, как-то окружения. Нет, вы прекрасно оперируете и знаете, что вы хотите, как вы хотите. Иногда даже вы становитесь каким-то наблюдателем, да, и смотрите на мир, да, как там люди веселятся, что они там делают, и вам это тоже как-то наполняет вас эмоционально. Хорошо, теперь мы смотрим чувства, эмоциональные ваши переживания, что вас волнует, что вас беспокоит на эмоциональном плане. Возрождение и некорректно задан вопрос. Есть здесь такая карта. Хорошо, давайте мы спросим, видимо, два вопроса было, да, как нас учили в коучинге, не задаем два вопроса, один за раз. Вот, что волнует? Хорошо, по порядку. Семерка материи, да, возрождение. Какое-то перерождение, да, то есть здесь ощущение того, что вы начинаете путь заново. Конечно, изначально мы говорили то, что у вас в голове, да, вы столкнулись с какими-то трудностями, и вам нужно совершить прорыв. И вот здесь вот какое-то, знаете, ожидание, пока все вот восстанавливается, да, возрождается. То есть, возможно, исцеление какое-то у вас происходит на эмоциональном плане, да, восстановление после каких-то разрывов, какого-то отношения. Здесь вы как будто бы себя обретаете, и это период, когда заканчивается зима, и появляются первые подснежники, то есть жизнь уже зарождается, но еще нету вот этой вот теплоты, да, здесь как будто бы восстановление идет. Либо вы заново как будто бы начинаете верить в себя, начинаете верить в жизнь, да, в какое-то чувство, да, что все, все возможно, все реально. Боже, то ли жарко, то ли я сегодня горю. Что вас беспокоит? Что вас беспокоит? Одержимость. Вы одержимы чем-то, да? То есть вы что-то проламливаете как-то свой путь, чтобы получить то, что для вас важно. А что вы хотите получить? То есть вы одержимы чем-то. И это вас беспокоит. Скорее всего, вот здесь вот это вот новое начало, которое к вам не приходит, да, как-то. И, ну, вы не можете получить, и вы как-то одержимы этим. А, одержимы тем, что вот повешено, видите, дублируется. Одержимы тем, что ничего не происходит. Все медленно, все зависло, и я не могу двигаться. Вот, и вы вот прям такое ощущение, что продавливаете пространство. Я хочу это получить, потому что мне это нужно. Видимо, если здесь двойственно, ну, два раза повторяется, дублируется, повешенный. Может быть, для вас это должно быть стать каким-то знаком. Не торопитесь, да. Не торопитесь. Висите столько, сколько нужно. Придет время, придет у вас этот инсайт, и вы перевернетесь. То есть не торопитесь. Здесь прям вот, знаете, вот я хочу, вам говорят, еще не время, а вы стучитесь, долбитесь в эту дверь, чтобы получить, как упрямый козел, то, что вам нужно. Ну, я не оскорбляю, здесь просто картинка такая. А, видите, одержимость, как этот человек, кукла одела шкуру у барана и, ну, долбится в дверь, чтобы получить капусту за дверью. Прям вот я это хочу, мне это нужно. Хорошо, то есть здесь с чувствами вы что-то хотите. Может быть, хотите любви, может быть, хотите каких-то новых начинаний. Что-то вы хотите, вы это не получаете. Почему? Потому что семерка материи, возрождение. Все-таки материя педакли – это долгая масть, то есть здесь нужно время на восстановление, а вы торопитесь. Может быть, устали. Да, устали ждать, уже хочу, уже не втерпешь, уже все достало, и вот эти вот подавленные эмоции, они уже вырываются, я уже хочу чувствовать, хочу жить, а здесь не получается, и мне приходится их подавлять, и говорить самой себе, что еще не время, да, и вот это вот вызывает какую-то агрессию, злость, да, внутреннюю, что я не могу контролировать свою жизнь, я не могу управлять, здесь потеря контроля, но это говорит ваше эго, это говорит ваш ум. Хорошо, ваши потребности. Что нужно на данный момент? Какие у вас потребности? Стресс. Ну вот смотрите, стресс, да? Вот опять-таки, смотрите, внешне, да, кажется, что ничего не происходит, да, и вам рекомендуется быть, находиться в каком-то без, не то что не двигаться, а в неком таком успокоении, а поскольку вы не можете расслабиться, поскольку вы не получили то, что вы хотите, вы одержимы этим, это вызывает у вас стресс. То есть, с одной стороны, вам нужно себя успокоить,
Вот. И, а вы этого не можете сделать. И вот это вот успокоение, это когда, знаете, этот человек нервный, к нему приходит, да успокойся. Да какое успокойся, то есть он еще больше начинает закипать. Вот у вас это также происходит. Почему? Потому что вы не можете внутренне себя успокоить, не можете остановить внутренний диалог. Мысли, они крутятся одно и то же. Начинаете себя накручивать, это вызывает у вас стресс. Голова болит. Да, я никак не могу достигнуть какой-то цели, которую я хочу, уже все, что не пробовала, ничего не получалось, дождь, эмоции, ничего хорошего это не приводит. То есть мне плохо, вот, и я очень даже раздражен. Поэтому ваша потребность здесь как раз-таки в успокоении. Опять-таки, два раза умеренность, не торопитесь, расслабьтесь, всему свое время. Но как бы вам ни говорили словами, вы это должны внутри себя это осознать, понять, иначе ничего не получится. То есть вы еще больше сопротивляетесь. И главное, знаете, здесь в чем-то минус? В том, что вы все равно не получите. Это вы стрессуете, это не стрессуете, вы все равно не получите то, что вам сейчас еще не положено. Да, и поэтому вы вред только себе приносите, вы это понимаете, но то, что вы понимаете, вы делаете себе еще хуже, да, то есть я вроде бы и понимаю, что я такой дурак, почему я все-таки стрессую. Вот направьте свое внимание на то, как бы себя расслабить, да, как бы себя успокоить и вот получить удовольствие на тот период, когда еще ничего не происходит, и вы как раз вот направлены на то, что вот вы созерцаете внешним миром, да, что там вовне происходит. Просто сидите, тупите. Ну, тоже как-то вот полезно, да, например, расслабиться, посмотреть, понаблюдать. Ну, можете чем-то заняться, то есть уберите внимание с того, что вы хотите, на что-то другое, на себя, например, да, как я могу расслабиться, что я могу научиться, да, массажи, может быть, сделать. Перевести фокус внимания с того, что вы сейчас не имеете, на что-то, что будет, допустим, полезно и продуктивно для вас с точки зрения расслабленности, да, что может вас расслабить, что поможет вам бы облегчить жизнь, да, порадовать или вот удовлетворить ее как раз-таки. Ну вот девятка эмоций, радости. Вам не хватает радости. Поэтому, ну, прекратите думать вот о своей вот этой вот одержимости, да, и направьте на то, где есть радость, что вам приносит радость, что вас может наслаждать, да, что вас может радовать. Угу, башня вас может радовать, да, разрушить, а вот разрушить вот эти вот все мысли, то есть когда вы перестаете думать, не просто давать себе команду не думать, а выбирать какие-то радостные мысли, как минимум, да, знаете, как-то тайно получать удовольствие. Здесь карта говорит, как-то тайно получать удовольствие и наслаждение для себя любимого. Вот чем вы можете, не афишируя, да, радовать себя? Да, на это как-то удовольствие какое-то вам не хватает. Я не знаю, сидите прямо, не знаю, хотите есть, ешьте, но в удовольствии. Немного, конечно, не переедая. Хотите вот как-то куда-то сходите. Вот вам не хватает новых впечатлений. Новые впечатления, причем они должны быть радостные. Дайте себе новые впечатления. В каком состоянии ваша личная жизнь? Давайте опишем на данный момент. Созерцание. Это что такое? Всплеск, да? Пятерка эмоций. Вы знаете, здесь ощущение того, что вот вы ее-то вы как раз и ждете свою личную жизнь, да, то, чем вы одержимы. Вот вы сидите, да, смотрите, рассматриваете, что, как, и вот прям, может быть, представляете, как это будет, когда у вас будет партнер, это будет взрыв эмоций, как вы будете радоваться, как вы будете наслаждаться. А пока этого не происходит, да, трудолюбие, король пентаклей. Пока вы переключились на работу, на профессиональную сферу. Поэтому ваша личная жизнь сейчас, ну, в принципе, ничего не происходит. Да? Можете как-то быть в предвкушении, в ожидании, как это будет здорово. Но пока я не вижу, чтобы что-то сделали. Но при этом вы переключились на материю, да, на работу. Хорошо, а в работе как обстоят дела? Ну, в работе у вас приходит осознание, открытость. И результат. Вот знаете, вот, а в работе вот как раз с плюсом, да? Ну, то есть вы уже начинаете получать какие-то результаты. Либо, по крайней мере, вы понимаете, осознаете, как я, что я могу сделать, да, для того, чтобы собрать вот эти вот педакли. Причем, знаете, делать это через какое-то вот наслаждение, удовольствие, да?
открытость, через эмоциональный фон. То есть то, что вы делаете, вам работа должна быть в кайф, вам работа должна быть в удовольствии, да. Вы как будто бы здесь везунчик, что ли. Главный момент на работе – получать от нее удовольствие. Если вы не получаете, то здесь к вам пришло понимание, да, напрямую вашего эмоционального фона с результатом. То есть когда вы эмоционально расстроены, нет никакого результата. Вот здесь вот прям эмоции и деньги пересекаются у вас. И к вам вот это вот пришло какое-то осознание, да, как себя вести, что делать, как вообще управлять деньгами, понимаете, как взаимодействовать с людьми. Здесь у вас пришло понимание, как можно зарабатывать, причем легко, и чтобы все были радостны. Как взаимодействовать, да, вот пришло какое-то вот прям озарение. Что касается финансов, финансовое состояние ваше на данный момент, ну, здесь не очень хорошо. Здесь идет разрушение, умирание для того, чтобы потом это все дело приумножить. То есть сейчас у вас как будто бы какие-то проблемы с финансами. Что у нас машины разъездились? Значит, идет сейчас какое-то разрушение, да, умирание в финансах для того, чтобы заново понять, как можно зарабатывать. Конечно, потому что сначала у вас пришло осознание на работе, да, как можно получать деньги. А теперь вы вот это вот понимание будете переводить на, ну, вот как-то на практический уровень, да. А что именно вот здесь вот разрушается? Аж две карты. То, что вам было неинтересно. И вот, представляете, пробуждение прям. Ну вот я же говорю, то есть то, что у вас пришло какое-то понимание на работе, да, в чем была проблема, в чем была загвоздка, почему деньги не получали, вы это поняли, да. Вам стало интересно попробовать на практике вот это свое понимание, да, и в конечном итоге оно должно прийти при умножении. То есть как приумножить те доходы, которые у вас есть, где достать, например, новый источник, да, либо как-то по-другому зарабатывать на той работе, в которой вы находитесь. То есть к вам пришло понимание. Я могу сделать такой вывод, что в личной жизни сейчас ничего нет, вы переключились на работе. На работе вас осенило, потому что вы туда энергию пустили, понимаете, и она дала какие-то плоды. То есть она прояснила на работе, вы увидели, осветили вот эту вот тему, почему не было финансов, почему были трудности с финансами. И сейчас вот эта вот тема, когда она уже освещена, вы уже будете делать, ну, то есть у вас уже появился интерес, да, к этому. Раньше, возможно, вы просто работали, ну, по наитию как-то. Сейчас вам уже вы уже заинтересованы, а как, а что, давай я попробую. То есть появился интерес, опять-таки энергия, и на эту энергию придут к вам деньги. Что касается семьи. Ну, здесь все хорошо. Здесь хорошо, да, здесь цикличность. То есть все, как известно, как понятно, да. Праздники все, зима, весна, лето и осень, да, циклы сменяются. Ну, все хорошо, я не могу сказать. Все стабильно, все понятно, все известно, все накормлены. Ну, то есть здесь я не вижу, чтобы были какие-то проблемы у вас в семье. Да, вы как королева воды, королева эмоций, достаточно мягко, эмоционально. Нет, здесь все хорошо. Со здоровьем, есть ли проблема у вас со здоровьем? Сила и творчество. Да нет, со здоровьем тоже я не думаю. Да? Почему? Потому что энергии достаточно на то, чтобы творить, на что, чтобы создавать, и сила выпала. Сила есть. Сила у вас есть для того, чтобы вот как раз реализовывать какие-то свои задумки, какие-то свои идеи. Да, здесь такое ощущение, знаете, вот как будто бы прилив. Прилив какой-то энергии, да, и вот ощущение того, что то, что вы думаете в голове, как будто бы вам во благо все это перекрыли, дело, то, что вы хотели, возможно, личной жизни, да, и вы вот как-то переключились на правильные сферы, и у вас отсюда, вот видите, и силы есть, и энергия есть, и осознание пошли, и действия, ну, как будто второе рождение у вас в этой получилось. Все хорошо. Но все-таки давайте с отношением посмотрим, что у вас там будут. Будут ли отношения в ближайшие 3 месяца? Я так понимаю, что очень интересно. Отрешенность и глупец. И единица материи. Знаете, вот если мы говорим в ближайшие 3 месяца, то по крайней мере вот в последний третий
что-то есть, какой-то шанс, да, какая-то возможность. То есть первый месяц как будто бы у вас отрешенность, да, вы уходите за кулисы, может быть, там наподумать что-то, размыслить опять-таки касательно. Либо вы уходите вот в профессиональную сферу, да, уходите со сцены, там у вас получается в профессиональной сфере все хорошо, по голубцу, да, обновление какое-то, вы что-то понимаете, начинаете действовать, и у вас вот в третий месяц есть деньги, есть материя, и вы приходите к равновесию, и новизна, восьмерка эмоций. Вот где-то месяца через два на третий месяц, да, ну, либо тот период, который вы загадали, разделите его на три части. Вот в третьей части, да, там есть какое-то вот что-то новое появляется, потому что новизна, да, восьмерка эмоций. Что-то новое зарождается. Вот такая вот у нас с вами была первая позиция. Причем, знаете, карту, которая была на первой позиции, да, то, что я ставила как, боже мой, как якорь, а это карта возрождения. То есть здесь вот не случайно я сказала, что у вас какое-то вот перерождение, но начинается оно с профессиональной сферы и, ну, то есть проявляет себя. А самое классное, самое крутое, что вы молодцы, потому что переключились с личной жизни на профессиональную и пустили туда. То есть здесь ощущение того, что вы станете в какой-то момент достаточно независимой, обретете свою опору. И тогда у вас появится отношение, что в этом хорошего? Хорошего в том, что вы уже не будете созависимы от партнера, вы уже будете хорошо стоять на ногах. Здесь ощущение того, что вот прям урок о том, что вы обретете уверенность в себе, прочную опору, будете полагаться на себя, и тогда не будете входить в созависимые отношения с партнером. Поэтому вам сначала дают профессиональную сферу, финансовую, да, что вот вы как-то наполнились, поверили в себя, ощутили, и это дало вам какие-то шансы, вы уже с другой самооценкой будете входить в отношения. Да? Вот, вот такая вот информация мне пошла. А мы с вами переходим к позиции номер два. Итак, смотрим, значит, первый вопрос. Позиция номер два. Какие мысли преобладают у вас? То есть о чем важном вы думаете, да? На что нацелены? Так, подвину. Здесь финансовый какой-то самодостаток, да, вы о чем-то думаете, планируете, да, здесь вы планируете. Либо о стабильных отношениях, серьезных замужестве, б, о финансах. То есть здесь либо материя, ну, то есть либо деньги, либо отношения, ну, не легкие, поверхностные, а вот именно серьезные. Скорее всего, здесь больше про работу, да, здесь опять-таки о работе речь идет, у вас есть какое-то желание, да, и вы либо собираете сейчас информацию о том, как вы можете вырасти, как вы можете развиваться, то есть здесь вы нацелены на работу, да, на финансовую сферу, то есть для вас сейчас это важно. Ну и для малого процента здесь отношения серьезные и женитьба, замужество. Да, но это для малого процента, где-то процентов 30, а остальные здесь больше финансовую, профессиональную сферу рассматривает. На что нацелены? Ну вот здесь, знаете, какая-то вот надежда на какую-то легкость, да, может быть, игру, какие-то вот планы вы строите. Планы, да, ну, появился некий такой интерес, да, знаете, вот вам как будто бы интересно, в силы свои, что ли, поверили, вот здесь вот как-то так. То есть, знаете, ваше отношение уже к поиску, решению задачи, оно уже какое-то достаточно такое легкое и правильное. Да? То есть это для вас уже не груз, а как там-то. А вы уже это делаете как-то вот с удовольствием, да? Как будто бы ищете решения какие-то. А, хорошо, как вы воспринимаете мир? То есть... ваш взгляд обращен вовнутрь, либо вовне, да, восприятие именно мира, то есть интроверт, экстраверт, про это. Такая красивая карта притяжения.
Знаете, вот мне кажется, вы больше интроверт, принц эмоций. Да, вот мне кажется, знаете, вот вы больше нацелены на... И вот вы интроверт, но с каким-то уклоном экстраверта, то есть вы выходите во внешний мир тогда, когда вам надо, да, что-то сделали, оп, обратненько закрылись в себе, в том саду, в котором вам все понятно, вам все известно, снова свои размышления, в решение каких-то своих задач. То есть вы человек, который притягиваете в свою жизнь ситуации. То есть вы как будто бы, знаете, какой-то магнит. Что-то делаете внутри себя, вы виртуальное управление миром здесь идет, да, то есть вы что-то сделаете внутри себя, а потом наблюдаете, какая реакция будет на это во внешнем мире, то есть какие ситуации будут появляться. Вы как магнит, да, то есть вам не надо совершать действия вовне, вы совершаете действия внутри себя, и на это вот притягивается к вам все эти состояния, необходимые вам, то есть вы больше, я бы сказала так, интроверт. А каковы ваши отношения с окружающим? Ну, то есть общительны вы или нет, дружелюбно, агрессивно, как? Так, восьмерка ума, пути, да, здесь карта говорит о чем? Как вы отношения с окружающими? Ну, вы знаете, здесь я бы сказала от ума, да, то есть вы больше все... измеряете, все оцениваете, все продумываете. Здесь как будто бы заново, да, вы восстанавливаете взаимоотношения с людьми, да. Я не могу понять, то есть либо долгое время вы как-то общались по-другому, а сейчас хотите по-новому, да, общаться. То есть больше, скорее всего, вы были насторожены, да, как-то оценивали людей, проверяли, все такое. А сейчас вам хочется какой-то новый путь, да, как-то вот по-новому взаимодействовать с людьми. А по-новому это как? Сейчас я спрошу вот здесь. Знаете, как будто бы изменились ваши ценности, и вам стало интересно. Вам стало интересно взаимодействовать с людьми, да, вот вы как-то более открытые стали, что ли, мягкие, более понимающие. Вот что-то внутри вас изменилось, да, ваше восприятие, и вам уже как-то вот по-новому, как-то вот не то что добрее, да, а вы перестали бояться людей. Вот, я же говорю, блин, пока не могу найти слово. Вы перестали бояться людей, вы перестали выстраивать какие-то иллюзии касательно людей, перестали как-то вот проецировать на них свой внутренний мир, понимаете? Как будто бы здесь ощущение некой такой свободы. Вот вы высвободились в своем восприятии и либо понимании о людях. Чувства и эмоциональные переживания, да? Что вас волнует в этом плане сейчас, на эмоциональном плане? Да, вы стремитесь к чему? Вы стремитесь как-то наполнить себя эмоционально, да, то есть здесь как будто бы вам не хватало, да, каких-то эмоций, вам ничего не было интересно. Я же говорю, вот вы как-то что-то переродились, что-то у вас кликнуло, переключилось в голове, и вы хотите наполниться эмоционально. Прям изобилие, вот видите, девятка материи, изобилие, эмоционально. Вы хотите наполниться, да, причем делаете это не корыстно, а вот именно как-то вот вам нравится, да. Вам нравится общаться с людьми, вы как будто бы для себя заново открываете мир. Вот здесь ощущение того, что вот маленький ребенок, он не то, что вы удивляетесь всему, а вам это интересно, вот как-то, знаете, плодородно, вот как-то, боже, сейчас карту вытащу, иначе я не могу найти слово. Как это? Ну, вот видите, карта опять страха. Страх отпал, и вы по-новому стали общаться с людьми. Да, вы ушли от того, что вот вы бездействовали, ничего не делали, да, и были постоянно в каком-то выборе. Здесь произошло взросление, и вы как-то заново, что ли, научились доверять людям. Понимаете, здесь как-то вот... Так на душе хорошо, вот вы общаетесь, да, и вам не страшно, и вам от этого хорошо.
То есть спокойно, как-то вот надежно, безопасно. Я не знаю, что вы здесь делали, напишите мне двоечки. Может быть, какие-нибудь практики делали, поделитесь. Здесь вот вы как будто бы стали больше, ну, вопрос безопасности у вас, он как будто бы вот эти вот защитные барьеры между вами и миром, они опустились. Что вас беспокоит? Не знаю, вы как-то вот больше заботиться стали, либо о себе стали. Да, контроль. Вот, я же говорю, вот эти вот барьеры между вами и миром, они опустились. Вы как будто бы стали больше доверять. Вы уже не столь контролируете. Вы как-то вот ослабли вот эти ваши нити, да, которыми вы управляли миром. Вы как-то стали больше, ну, вот по-человечески, что ли, относиться к себе и стали по-человечески относиться к людям. Не с позиции «я тобой манипулирую, я контролирую, я управляю, я знаю твои слабые места, я делаю». Ну, то есть нету вот этого такого, знаете, вот как-то вот, ну, по-человечески, да, я в пятый раз уже говорила слово, но вот по-доброму, по-хорошему, как-то так. А что ваши потребности, что вам нужно на данный момент, что вы хотите, ваша потребность, вера, видите? Выпадает аркан веры. Ну, то есть, вот ваша вера восстановилась в самого себя, вы в себя поверили, да, что-то вы здесь вот сделали, потому что страхи ушли, а они просто так не уходят, то есть, вы что-то преодолели, как будто бы поверили в себя. Вот бумеранг, да, вот и вам вернулся бумеранг ваш, но с хорошей точки зрения, да, то есть, то, что вы семена какие-то сеяли, практики, то, что я говорила, что-то вы здесь сделали, что-то разбирали в себе, понимали как-то себя, вам вернулся этот бумеранг, и вы теперь как-то вот поверили, то ли обратную связь стали получать, и вам говорят, что вы молодец, и вы поверили в это, понимаете? Уже нет такого, а здесь какая-то выгода, может там манипуляция, может быть кто-то хитрит. Почему? Потому что ваши внутренние манипуляции прекратились, вы стали к людям по-другому относиться, и люди вам уже, допустим, начинают давать какие-то комплименты, хвалить вас, и вы понимаете, что это искренне, понимаете? То есть здесь нету фальши, и вы стали верить. Почему? Потому что внутренняя ваша вера появилась, и как зеркало внешний мир тоже вам это показал. Что поможет облегчить вам жизнь, порадовать или удовлетворить ее, вот этой вашей потребности, да, веры? Усилия. Нужно приложить усилия, да, к чему? К тому, что все-таки контроль-то у вас никуда не уходит, да, но здесь нужно приложить усилия к игре, то есть относиться уже к ситуации иначе, но то ли придумать какие-то свои правила игры, то ли понять вообще игра, в которую вы играете по жизни, да, как она устроена, что вам все может вернуться бумерангом, да, то есть, ну, не стоит плохо относиться. Вот как-то здесь по-новому должна зародиться. Вы должны либо согласиться на условия той игры, в которой вообще вокруг вас жизнь играет, либо придумать свои какие-то правила игры, но это должно быть легко. Это не должно быть как-то, знаете, в напряг. Здесь идет, да, зарождение. Что именно здесь зарождается? Твердость. Вот вы как будто бы, я же говорю, начали ценить себя, начали доверять себе, нашли опору, и на основе этой опоры вам уже легче взаимодействовать. То есть вам есть на что опереться, вы опираетесь на себя, на свой внутренний стержень, потому что вы себя понимаете, вы знаете свои мотивы. И вам уже легче, то есть, ну, вы уже смотрите, там, допустим, человек на вас ругается, да, как-то вас критикует, и вы понимаете, что он это делает, да, возможно, боится, да, возможно, внимание притягивает. Вы уже относитесь к этому иначе. Почему? Потому что вы этот опыт прошли. Да, вы вспоминаете себя, как вы себя вели, почему вы бросались на других людей, почему вы агрессировали, там, злились, на с чем это было связано. Вы это поняли, в себя проработали. Ваше отношение к людям стало уже иное, да, намного легче. И поэтому вот эта вот опора, которую вы находите в себе, да, вы уже играете иначе, да, по другим правилам. Либо сами их придумываете, да, либо уже снисходительно. То есть, ну да, я понимаю, ты хочешь, что ты хочешь, я тебе дам внимание, ну, потому что я этого хочу. А я понимаю уже правила игры. Вот здесь вот про это. В каком состоянии ваша личная жизнь? О, движение здесь, это хорошо, это меня радует. Это что? Покой, да. То есть в вашем каком-то спокойном состоянии, в котором вы находились, уже началось движение к единению. Да? То ли вы союз будете выстраивать какой-то, то ли у вас появился человек в вашей жизни. То есть здесь какое-то движение, да, то есть вы ушли от мертвой точки. Ну, я же говорю, то есть те 30%, которые хотят создать, нацелены на создание семьи, у них вот здесь вот появилась пара. Хорошо, так, это личная жизнь, работа, как обстоят дела
в сфере работы, гениальность, да, король ума, здесь у вас, да, вы думаете, да, думаете, здесь приходят какие-то очень оригинальные решения для вас, новости какие-то приходят, столкновения, но вам это уже в кайф, вам уже в удовольствие, да, какая-то конкуренция, вы уже не паритесь по этому поводу, да, потому что понимаете, что это обмен. Да, то есть конкуренция, вы уже к ней относитесь как к соревнованию, не как к соперничеству, а как к соревнованию, которое вас обогащает, да, обмен. Что-то происходит. Вот я не знаю, что у вас здесь происходит, прям что-то хорошее такое. А финансовая часть вас, что у вас, прорыв, здесь люди в деньгах, да, приложили какие-то усилия, совершили прорыв. И денежки у них пошли, но при условии того, что они выбирают забирать эти деньги, да, то есть не находятся в какой-то вот фиксации. Если вы не привязываетесь к деньгам, если вы продолжаете двигаться, ваше отношение к деньгам нестабильно, потому что здесь ощущение того, что деньги, они должны двигаться, понимаете? Когда вы фиксируете, ну, то есть откладываете там что-то, я не знаю, бережете, боитесь, держите за них, у вас деньги, ну, поток прерывается. Здесь надо постоянно такое, знаете, легкое отношение, прям удача, фортуна, какой-то вот праздник, легкость, вот тогда прорыв будет, да, тогда у вас, ну, вы не будете привязываться к деньгам, и деньги у вас будут. Семья, семейные отношения. Здесь в семье что у вас? Ну, здесь идет сохранение. То есть все как есть, да, так и есть. Да, вы управляете в семье все. Ну, то есть те, кто в семье. Здесь все хорошо, здесь все стабильно, спокойно, никаких перемен нет. Все у вас под контролем. Жизнерадостность, да, позитив. Все хорошо. В семье, прям, я не знаю, вторая позиция. А, классно, здоровье. Если у вас проблемы со здоровьем, здесь есть погружение, да, луна выпадает. Здесь я бы сказала, какие-то, может быть, иллюзии, либо что-то, сон может пропадать, да. Может быть, любопытство. Сейчас, минутку. Самоанализ. Да, здесь я бы сказала, знаете, не то, что какие-то проблемы, а здесь может быть стресс, здесь может быть от самокопания, да, вот что-то вы в себе понапридумывали. Это, знаете, как это, третьекурсники в медицинском институте, да, изучают болезни и вот находят эти болячки у себя. Вот здесь вот как-то, знаете, самовнушение. Я могу сказать, что здесь что-то плохое, здесь просто есть бессонница от какого-то стресса, да, от того, что что-то переизбыток эмоций, да, перевозбуждение. Вот здесь вот какие-то такие моменты, да, уснуть не могу, поэтому... Замирание и источник. Да, вот здесь, может быть, лимфу надо проверить, да, либо какие-то свои жидкости, кровь и так далее. Да, здесь какое-то такое замирание. Вот такая вот у нас была вторая позиция и вторая позиция и такой расклад. Колесо баланса, да, вы можете сделать самостоятельно, как я уже говорила во вступлении, да, разрисуйте себе круг, в интернете можете его найти, разделить по тем сферам, которые хотите, и можете ту же самую работу, которую я провела сейчас с вами, разделить прямо вот на эти 10 вопросов, на 10 секторов, и в каждом секторе понять, к чему вы стремитесь, это будет десятка, идеал, внешний круг, и в серединке, где вы находитесь, по отношению к этому идеалу, где вы находитесь сейчас. Вы можете посмотреть, например, семья, что у вас в идеале в семье, да, какая, какую семью вы видите, на какую циферку, от нуля до десятки, где вы находитесь сейчас, да, отмечаете. И потом соединяете вот эти вот по кругу разные вот эти ваши метки, и у вас получается ваше внутреннее колесо во внешнем колесе развития всего. Вы посмотрите, насколько ваше колесо гармонично, по какому колесу вы катитесь по жизни. Жду вашей обратной связи. Лайки, дизлайки. Благодарна вам всем, что вы остаетесь со мной. Кто еще не подписан, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения. А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.